Говорю, доброе утро, Красноярск. И спешу сообщить, что в эту субботу, 30 апреля в 14:00, состоится открытие мотосезона. Здесь, на центральном стадионе, на острове отдыха, рядом со мной байкер с 30-летним стажем, у которого... 20-летним. С 20-летним стажем, у которого перебывало уже 30 мотоциклов под ним, и который, кстати, так и не сказал, сколько у вас мотоциклов сейчас в наличии. Ну, не знаю, сейчас в наличии 4 мотоцикла. Сейчас 4. Вот. А у Кутько ни одного. Александр Шестаков, лидер мотоклуба Wild Siberian. Александр, расскажите, не перепутал ли я в 2 часа открытие мотосезона 30 апреля в субботу? Нет, совершенно верно. Открытие мотосезона состоится завтра в субботу в 14:00. Поэтому приглашаем всех жителей нашего города посетить этот, ну, на самом деле, праздник. Давайте расскажем телезрителям, кто не знаком, как это происходит, открытие мотосезона, а тем, кто знает, напомним, что ожидает гостей и тех, кто захочет поучаствовать. Да, ну, на самом деле, в этом году у нас, как и в прошлом, открытие мотосезона организовывается силами нескольких мотоклубов. Вот, ожидает такая насыщенная программа выступления спортсменов, музыкальных коллективов, конкурсная программа. А потом будет какие-то показательные заезды и выстраивание в колонну и возможность прокатиться на мотоцикле у тех, кто... Нет, конечно, традиционно будет выстраиваться колонна с торжественным мотопарадом по центру города. Сколько ожидается участников колонны и будут ли какие-то флаги, песни или просто поехали? Ну, однозначно флаги будут клубные. Наших партнеров, там, спонсоров мероприятия ожидается порядка от 600 до 800 мотоциклистов в колонии. Расскажите, пожалуйста, вот как оцениваете движение у нас в городе с точки зрения мотоциклиста? Все-таки кто более организованный на дороге, водители автомобилей или мотоциклисты? Ну, здесь сложно сказать, просто мотоциклисты, они априори как бы более внимательные, потому что управляют они средством повышенной опасности, все-таки в отличие от автомобиля. Поэтому я надеюсь, что все-таки мотоциклисты более внимательны. Хотя они тоже являются автомобилистами зачастую. А если приедет человек на мотороллере или на велосипеде, он сможет поучаствовать в колонии? Или у вас там по списку все? Нет, конечно, велосипедисты, они как бы к мотодвижению опосредованные отношения имеют. Да. Ну, а если там скутера и квадроциклы, то, пожалуйста, просто будет особый порядок построения колонны, чтобы никто не мешал, и без проблем. Спасибо большое. Напомню, что завтра, 30 апреля в 14:00 на центральном стадионе состоится открытие мотосезона. И об этом нам рассказывал Александр Шестаков, лидер мотоклуба Wild Siberian. И сейчас даже мы прокатимся на мотоцикле. Ну, ребята прокатят, наверное, да, не знаю. Так что, студия, вам слово передаю и не уходите далеко.